Невероятно. Теперь я абсолютно уверена, что была здесь раньше. Как это может быть? Это место полнится воспоминаниями далеких времен. Ты слышишь голоса? Нет. Знаешь, ты начинаешь меня беспокоить. Это наша последняя встреча. За дверью тебя ожидает последнее испытание. Лишь тебе решать, готова ли ты завершить свой путь или нет. Будь внимательна в своем выборе. Ошибка будет стоить тебе жизни, а сила, которую ты обрела, отойдет другому. Прими мудрое решение. Но почему она выключена? Я знаю это место, Аюми. Я его помню. Ты чувствуешь энергию, которая нас окружает? Энергию? Да у меня мурашки по коже. Хранитель где-то рядом. Нужно скорее найти способ активировать сферу. Разве тебе не интересно? Это же храм дракона. Это место твоя история, не моя. Я нашла, что искала. Я просто хочу найти Зеру и убраться отсюда. Но как же путь? И ты туда же? Не пора ли тебе все мне рассказать? Сфера не включится, пока путь не будет пройден. Лишь дракон может контролировать ее. Почему же ты раньше молчала? Ты можешь ее включить? Или где мне взять дракона, который сможет это сделать? Я ничего от тебя не скрывала, Аюми. Все что-то скрывают. Но это же я. Мне ты можешь доверять. Все так говорят. Это зал инициации. Это конец пути. Ты потомок дракона. Ты и я вместе. Мы одно целое. Мне это что, снится? Ты должна совершить свой первый полет. Что? Прыгнуть в пропасть. Это объединит нас. Ты примешь свой истинный облик. Ты с ума сошла? Ты прошла путь. Это и есть испытание. Ты должна поверить, что ты дракон. Неплохой ход, но ты не забыла, что наместник предупреждал меня об этом.
И в бой бесстрашно ты бросался, так ввысь тебя поднимет дух. На коли страх в тебя закрался, на дно ущелье увлечет. Он боялся тебя. Все это время ты шла по пути дракона. Алтари наделили тебя силой. А я часть тебя, которая всегда жила внутри тебя. И только здесь вышла наружу. Небесные стражи считали, что меня ведет хаос. Кроме тебя, со мной никого не было. Как тебе это? Но почему я? А как же магистр? Ему ты доверяешь? И в бой бесстрашно ты бросался, так ввысь тебя поднимет дух. На коли страх в тебя закрался, на дно ущелье увлечет. Конечно нет. При чем здесь он? Я ворвалась в его гильдию, убила его людей, чтобы попасть в край драконов. Он вообще не имеет к этому отношения. Ты должна полететь. Это часть испытания. Тебе легко говорить. У тебя есть крылья. Вольные драконы выбрали любом. Всегда открыт для них портал великой сферы. Оберегай ее. И пользуйся с умом. Иначе мир поглотит беды. Ты можешь мне верить. Раньше ведь верила. Да, но тогда моя жизнь от тебя не зависела. Тебе больше не нужны алтари, Айми. Ты готова. Ты слишком настойчива. Это и подозрительно. Когда готов ты путь свой завершить, почувствуешь ты это всей душой. А коли нет, дары на алтарях твои скудны, и враг на поле выше. Над тобою. Тем нет числа, кто хитростью коварной чинит попытки сбить тебя с пути. Ты отличить сумей обман от правды, чтоб испытание пройти. Дракон, пройдя огонь сражений и алтарям принесший дар, он совершить готов. Дабы пройти это испытание, он должен осознать свое призвание. Вот и ответ. Всю жизнь я даже не подозревала, кто я на самом деле. Но что теперь? Я не человек. Как же я смогу вернуться? Thank you.
Okay.
встретились снова. Ну все, тебе конец. Я прикончу тебя. Надоел.